История первого государственного театра музыкальной комедии в Украине началась в 1929 году в Харькове. 1 ноября состоялась премьера спектакля Жака Оффенбаха «Орфей в аду». Это был триумф артистов оперетты в переполненном зале театра-цирка «Муссури». Ученики реформатора украинского театра Леся Курбаса, Борис Балабан, Януарий Бортник, Богдан Крыжановский, а также писатель Остап Вышня и композитор Алексей Рябов стали основателями советской украинской оперетты. Они сформировали на базе театра настоящую творческую лабораторию по созданию нового репертуара. Множество пьес были написаны специально для нашего театра. Среди них такие жемчужины национального искусства, как «Свадьба в Малиновке», «Сорочинская ярмарка» и «Майская ночь». Во время Второй мировой войны труппа театра была эвакуирована в Узбекистан, где с успехом проходили концерты и спектакли. И в эвакуации на материале узбекского фольклора специально для нашего театра была написана остроумная музыкальная комедия «Ходжа Насреддин». Начиная с 43-го года, сразу после освобождения Харькова, труппа театра вернулась из эвакуации и своей концертной деятельностью на линии фронта внесла свой вклад в дело Великой Победы. Может, крылья сложишь посреди снега. Послевоенные годы в репертуар нашего театра вошли постановки лучших классических и советских оперетт, а также музыкальных комедий, рок-опер и мюзиклов. Белый шиповник, дикий шиповник, крашется новый роз. Белую венку юный любовник, краской жизненный нос. Творчество нашего коллектива пользовалось огромной популярностью не только у харьковчан, но и у жителей нашей огромной страны, чему способствовала активная гастрольная деятельность. Свое 80-летие коллектив театра отметил масштабным и зрелищным гала-концертом, который пользовался колоссальной популярностью у зрителей. За выдающиеся достижения в развитии украинского музыкального искусства и высокий профессионализм коллектив театра в 2006 году был удостоен звания академический. В 2009 году, на 80-летний юбилей, коллективу Харьковского академического театра музыкальной комедии была вручена высшая награда Харьковского областного совета, почетный знак «Слобожанская слава». Юбилейный сезон 2014 года будет отмечен четырьмя премьерами. Уже поставлены оперетты «Цыганский барон» и «Прекрасная Галатея». И сейчас в театре готовится к выходу музыкальная комедия для детей по новелле о Генри «Вождь краснокожих» и музыкальная комедия «Проделки Ханумы». За 85 лет на сцене Харьковского академического театра музыкальной комедии поставлено более 350 спектаклей. Сегодня в репертуаре более 20 спектаклей для взрослых и детей, которые идут на русском и украинском языках. На базе театра музыкальной комедии работает оперная студия Харьковского национального университета искусств имени Котляревского и детская театральная студия «Ариста». Таким образом, театр растит для себя молодые кадры, которые потом, возможно, пополнят ряды труппы театра. Юбилейный сезон Харьковский академический театр музыкальной комедии встречает с мощным творческим потенциалом обновленной труппы,
который позволит в самое ближайшее время удивить зрителей новыми премьерами нашего легкого жанра музыкального театра. С юбилеем, родной театр!